Итак, дорогие мои, всем привет! Очень частые вопросы. Я не могу найти карточки «Мой бонус» в своем личном кабинете, где их активировать, где их взять. Это очень просто. Сейчас с вами посмотрим. Итак, первое, что нам нужно понимать, что такое карточки «Твой бонус». Это мега-акция, и если вы в прошлом каталоге делали и оплачивали заказы, в этом каталоге их нужно обязательно активировать. Почему мы их активируем вручную? Потому что их можно дарить своим консультантам и покупателям, да, то есть дарить, и тогда получается этот номер карты перейдет кому-то, да, то есть как подарить, я покажу в конце видео, если вы хотите дарить. Вот, значит, эта акция только для зарегистрированных покупателей идет, значит, она идет «Твой бонус», то есть купоны, если вы даете купоны, то отдаете купон покупателю, который не зарегистрирован, у вас что-то заказывает, вы со своего рек-номера заказываете, ему приносите с этой скидкой. Это одно. Карточки «Твой бонус», мега-акция, она работает абсолютно по-другому, и каждый раз она работает одинаково. То есть купоны – это одна акция, карточки «Твой бонус» – это другая акция. Сейчас эта мега-акция называется «Современный Восток». Вот, значит, когда вы заходите на нее, тут есть мега-подарки, как участвовать, активировать мега-розыгрыш. Давайте смотреть. Значит, вот такие у нас подарки. Это 3 поездки в Дубай на двоих. Да, то есть мы не будем путать это с программой Faberlic Drive, там тоже дарится еще одна поездка в Дубай. Тут 3 поездки в Дубай на двоих, да, а плюс посещение музея будущего, да, о нем все говорят. Дальше, что мы можем выиграть еще? 1500 ароматов на выбор новых, 15 домашних караоке-систем, 1000 рублей на счет в личном кабинете, 150 сертификатов и 15 роботов-пылесосов. Кстати, стильные такие, серенькие, красивые. Вот, значит, это наши подарки сейчас в мега-акции. Помимо главных призов, у нас с вами на каждую карточку «Твой бонус» еще есть дополнительные скидки и акции, которые нужно активировать. Итак, значит, в прошлом каталоге 499 рублей равнялось одной карте. И кто сколько раз сделал на 499 рублей и успел оплатить до конца каталога, у тех столько карт и есть, да, то есть вот таким образом. Вот тут можно посмотреть инструкцию, как активировать, но на самом деле я вам покажу довольно таки быстрый, классный способ. Заходим на официальный сайт, в самый верх, нажимаем на свое имя, фамилию, не нажимаем, наводим мышкой и идем смотреть купоны и карты. Все. Зашли купоны и карты. Вот у меня, например, 200 штук. Купонов 0, акция уже прошла, а карт у меня 201 штука. Значит, и нажимаем сюда. Как ее активировать? Раз, и активируйте вот таким вот образом. И они у вас начинают появляться в личном кабинете. Причем при активации вы будете видеть, сколько и чего у вас активировано. Также тут есть страницы, что очень часто пропускают люди и остаются без доактивированных карт и не могут их найти. Да, то есть вот надо нажимать на вторую страницу и таким образом их активировать. Вот видите, прибавляется, то есть их 31, активировано 13. Я сейчас активирую, они прибавляются. То есть таким образом мы листаем и активируем все. Да? То есть, так, а что у нас это такое? Это скидка, скидка дополнительная на весь ассортимент, который представлен в карточке «Твой бонус». Все, значит, карточки активировала, это у меня, мы выиграли любое средство косметики для дома из каталога номер 14 со скидкой 55%. Вот после того, как я их активировала, они у меня появляются в моем личном кабинете на втором шаге заказа. Значит, идем в корзину, то есть нажимаем «Корзину». Это все дело можно миновать, если пункт выдачи выставлен правильно, да. И мы видим, оба-на, появился раздел «Купоны и карты». Мы сюда нажимаем, нажимаем «Выбрать товары». Ну, тут, конечно, я не все карты активировала, да, но вот таким образом. То есть 150 рублей по нашей цене, например, биогель для посуды. Давайте посмотрим, сколько он на самом деле. А тут это дело все нужно обязательно сверять. Так, зайдем в любой раздел и сверим. Ctrl-V, ой, Ctrl-V и бегуночек.
Нажали. Значит, тут он стоит 170 рублей. Смотрим, сколько он тут стоит. 150. То есть хорошо, акция сработала. И таким образом мы можем с вами все проверить, дабы взять действительно с выгодой. Так, значит, биокапсулы для посудомоечной машины у нас уходят как горячие пирожки. Давайте же посмотрим. Тут 333, а тут у нас сколько? Так, ждем. Сейчас найдется. А тут 407. То есть акция выгодна, можно... Ой, сюда, да, нажимаем. Акция выгодна, можно забирать. Так как у меня их 31, я могу хоть 5 штук взять, да. То есть и то же самое биогель для стирки цветочный, да. То есть для унитаза можно 5 штук. И всего берете по 5, например, да. Сколько у нас тут? 31, да. То есть биогель для посуды, например, мы взяли, или все по одному, что нам тут хочется, набрали, да, концентрированный порошок для цветных тканей, для белых тканей, снова берем 5, например, да, ну тут выбор огромный, то есть и вот на это, на все у нас с вами скидка, да, то есть пятновыводитель можно взять, вот, карандаш уже не дают. После этого обязательно, да, то есть видите, выбор какой огромный, мы листаем назад в самый низ и нажимаем «Выбрать». И после того, как мы нажали «Выбрать», еще нужно нажать «Применить изменения». Не нажали, ну, грубо говоря, все акции потеряли, потому что надо обязательно нажать «Применить изменения». Ну и вот у нас с вами получилось куча скидок. С экономией примерно, да, 200 рублей со штуки, да, 150-200 рублей. Ну, давайте возьмем 170, это 31, да, 170 рублей мы умножаем на 31 штуку, да, у нас получается вот такая вот нифига себе экономия. Поэтому, конечно, забирайте, активируйте и... воспользуйтесь этим шансом. Не забываем, да, что карточки нужно активировать абсолютно все. Давайте еще раз. Значит, заходим на сайт, наводим на свое имя, фамилию, не нажимая, и раздел «Купоны и карты». Тут у нас вот эта первая партия, которая активирована, она ушла в самый низ, как вы поняли, да, то есть она в самом низу. Тут много страниц, да, то есть раскрываем весь список обязательно доступных карт. И то, что мы активировали, у нас в самом низу. Вот она, видите, 31 штука, использована 0, потому что мы еще ничего не заказали. А вот таким вот образом. То есть дальше, что у нас есть скидка, да? Средства для ухода за кожей 55% одна штука. Вы выиграли любое средство для ванны и душа 60%, вот всего лишь одна штука, да? Но вначале у нас с вами повеселее, да? 21 штука, а скидка 50% на любой аромат. То есть мы 21 аромат можем себе позволить купить. То есть вы можете обзвонить всю свою родню, например, да, и спросить, кому какой парфюм нужен, пока есть скидка 50%. Так, средства для ухода за кожей 40%. Выиграли любое средство косметики для дома со скидкой 60%. Это очень хорошая скидка, крутейшая просто скидка. Любое средство для ухода за кожей из каталога номер 14, 45%. Да? То есть, ну вот смотрите, 8, все меньше. То есть 50, 55, 40, 45 и 60% есть, да? 65 даже есть, это вообще круто, да, декоративная косметика 65%, это вообще шикарно. Ну, давайте вот для примера, да, кто еще не совсем понял, активировала, и они у меня появляются на втором шаге заказа. Вот у меня тут второй шаг заказа, мы нажимаем «Продолжить», а у меня тут уже первое лежит. И вот еще, смотрите, сразу же мгновенно появляется, вы выиграли любое средство декоративной косметики со скидкой 65%. Сейчас я вас научу. Нажимаем «Выбрать товары». Они грузятся, и мы нажимаем «По уменьшению цены». То есть самое дорогое у вас будет в начале.
И вот, например, смотрите, возьмем самое дорогое, да, там увлажняющий кушон для лица, да, тональный кушон для лица, да, то есть палета Glam Team. Ну, картинки появятся, они долговато грузятся. Артикул 6433. Так, запоминаем цену 570 рублей, да. Заходим на сайт, проходим в любой раздел. Так, дальше, значит, Ctrl-V, Enter. Тут она стоит 1184, ребята. 1184 по нашей цене. Еще раз заходим в персональные акции. Так, где же я была? 570. Вы представляете, что такое 60% скидки? Это крутяк. Вот, поэтому активируйте карты, рассказывайте своим консультантам, давайте консультантам возможность забрать полностью все, и чтобы им это было мега выгодно, вот, чтобы они оставались с вами на много лет вперед. Не забываем, что каталог у нас двухнедельный, и все, кто это не сделают, в итоге будут потом расстраиваться, ругаться опять, что компания им там что-то не дала, не додала. То есть вот, пожалуйста, личный кабинет заходим, и в личном кабинете написано период 14, действие до 15.10. 15.10, услышите, да, то есть и всем доносите это, и всем рассказывайте, кому сложно всем донести, всем рассказать, хотя бы в чатах не забывайте. Не забывайте провести вебинар, где, как, чего забирать. Каждой своей структуре, каждой своей команде. Без вас люди не разберутся, особенно новенькие, да, то есть им надо будет позвонить и показать. Позвонить и рассказать, хотя бы это вот мое видео вышлите. Позаботьтесь о своих людях, пусть они забирают акции. Ну все, с вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online, до встречи! Новых видео.